армысыздар баспасөз конференциясын бастаймыз жалпы ата анаға қамқорлық көрсетуге жауапкершілікті арттыруға бағытталған мерейлі отбасы ұлттық конкурсы қортындыланды. айта кетсек ең үлгілі отбасыны таңдау бойынша ұлттық конкурс жыл сайын қыркүйектің алғашқы 10 күндігінде қазақстанда отбасы күні мерекесі қарсаңында ұйымдастырылады Ә, жалпы өңірлік конкурстардың 17 финалисті мерейлі отбасы ұлттық конкурсының лауреат атануға үміттенет. Ә, осы орайда бүгін біздің студиямызда ә, қазақстан республикасы парламент сенатының депутаты қазақстан республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымының орынбасары Ләзәт сүлеймен қазақстан республикасының мәдениет және спорт вице министрі елдос рамазанов қазақстан республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жастар және отбасы істері жөніндегі комитетінің төрағасы мадияр Ахмет келіп отыр сонымен қатар барлыбаев сәбит мәдениет және өнер істері департаментінің директоры студиямызға қош келдіңіздер ләззат ханым сөз кезегі рахмет құрметті мерейлі отбасы ұлттық конкурсының өз мәресіне жетуіне байланысты ұйымдастырылып отырған брифингке қатысушылар қыркүйектің екінші жексенбісі отбасы мейрамы біздің елімізде ә, сіздердің отбасыларыңызды қазақстан республикасының президентінің жанындағы әйелдестер және отбасылық демографиялық комиссияны ғым, ә, демографиялық ұлт і саясат жөніндегі ұлттық комиссияның атынан отбасы күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер биыл алтыншы рет і елбасы бастамашылық еткен мерейлі отбасы ұлттық конкурсы өткізілуде қазақстандықтар арасында конкурс барған сайын танымал болып қатысушылар саны санының өсу үрдісі байқалып отыр мерейлі отбасы конкурсы елімізде отбасы институтын нығайтуға халқымыздың отбасылық рухани және адамгершілік құндылықтарын насихаттауға бағытталған Ә, егер бұған дейінгі жылғы конкурс, ә, конкурстарда мысалы мысалға айтып кетейін ә, көп балалы отбасылардың қатысуы 36% пайыз мөлшерінде болса биылғы жылы қатысушылардың сексен көп балалы отбасылар дәстүрлі отбасылық құндылықтарды сақтап жүрген орталарына үлгі көрсетіп ә, жүрген өнегелі отбасылар олардың әрқайсысы туралы ақпарат сіздерге ә, арнайы жіберілетін болады Өткен 5 жылығы мүрелі отбасы конкурсында жеңімпаз болған ә... Отпасылардың отбасылардың әулеттерді ә, атап кеткім келіп тұр олар 2014 жылы бимахан бимахамбетовтер отбасы отпасы, 2015 жылы құлсариевтердің көпбалалы отбасы 2016 жылы ә, ұлы отан соғысының ардагері нұсқабаевтың көпбалалы отбасы 2010 мың жылы қарағанды облысынан куриленконың балалы отбасы 2018 мың жылы жамбыл облысынан ниязқұловтардың отбасы жеңімпаз атанған болатын биылғы қатысушылардың саны 3204 отбасы болды екінші екі 2014 жылмен салыстырғанда отбасылардың саны 2 жары есе көбейді мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың екінші 42 күнгі халыққа жариялаған сындарлық қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты жолдауында мемлекет басшысы тарапынан отбасы институтын қолдау ана мен балаға баса көңіл бөлу туралы айтылды оны сіздер білесіздер ел президенті ең алдымен көп балалы және аз қамтылған отбасыларды әлеуметтік қолғаудың қолдаудың кешенді шараларын ұсынды және отбасылық бизнес ашу оны қаржыландыру мәселесі бойынша үкіметке нақты тапсырмалар берді Уважаемые участники брифинга, в первую очередь от имени Национальной комиссии по делам женщин и семейной демографической политики разрешите поздравить вас, вашей семьи с наступающим праздником Днем Семьи. Свое краткое выступление хочу начать с информации о том, что в стране реализуется концепция семейной и гендерной политики, до 2030 года, регулирующая семейную политику, то есть сохранению и развитию в обществе лучших семейных традиций, повышению авторитета института семьи, воспитанию физически и нравственно здорового поколения, развитию семейной культуры и другим актуальным вопросам. Сегодня реалии сегодняшнего дня показывают, что законы, которые действуют в сфере семейной и гендерной политики, нуждаются в изменениях. И Национальная комиссия, и специально созданная при ней рабочая группа с прошлого года работает над разработкой проектов законов о профилактике бытового насилия. Этот закон у нас действует, но Национальная комиссия его готовит в новой редакции. И внесение изменений и дополнений некоторые законодательные акты по семейным вопросам семейной и гендерной политики. Данная работа является очень актуальной и своевременной в свете поручения главы государства, данного в послании народу Казахстана 2 сентября об, об ужесточении наказания сек за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. В целом хочу вас проинформировать, что деятельность Национальной комиссии, работающая на общественных началах, организуется и развивается при сотрудничестве с многочисленными неправительственными организациями Республики Казахстан. В целом Казахстан, если насчитывается 22 тысячи НПО, из которых более 500 занимаются вопросами семьи, гендерной политики и вносят на сегодняшний день существенный вклад в решение вопросов защиты прав и интересов семьи и женщин. Национальная комиссия конструктивно сотрудничает со, со всеми, со многими международными организациями и финансовыми организациями. Реализовано множество успешных проектов по семейным и гендерным вопросам, и планов Национальной комиссии тоже громадило. құрметті әріптестер ұлттық комиссия отбасы ытб отбасы институтын бағытталған жұмыстардың өңірлерде де жүйелі түрде жүргізілуіне ықпал етіп отырады ұлттық комиссия бала тәрбиесіндегі ата ана жауапкершілігін бірдей арттыру соның ішінде қоғамда әке абыройын нығайту үлгілі әкелерді насихаттау мәселесінде қазір алға қойып отыр осы тұрғыда бала тәрбиесінде әкенің беделін халқымыздың дәстүрлі тәрбиесіндегі әкенің басты орнын аса белсенді әкелердің күшімен құрылған республикалық әкелер одағы қоғамдық бірлестігімен бірлесіп атқарып отыр бұл қоғамның өкілдіктері өңірлерде де қазір құрылып жатыр Ө, көптеген қоғамдық ұйымдармен бірге жұмыс істеп отырмыз қазір қазір осы қоғамдық ұйымдардың жұмысы қанатын кеңге жаюына ықпал етуіміз керек оған бұқаралық ақпарат құралдары сіздер де бізге көмектесуіңіз керек сонда мынау айтылып жатқан көптеген қоғамдағы келеңсіздіктердің алды алдын алуға үлкен көмек болар деп ойлаймыз қазақ халқы отан қуат отбасы шуақ деп екі ұғымды шендестіре суреттейді отанымыз қуатты отбасыларымыздың шуақты болуы үшін әрқайсымыз қызмет атқарайық қазақстандық барлық шаңыраққа құт береке бірлік тілеп қазақ еліне тірек болатын өсіп келе жатқан ұрпаққа үлгі болатын абыройлы отбасыларымыздың көбее көбейе беруіне біз барлығымыз мүдделіміз сондықтан да ортақ мерекеміз құтты болсын тыңдағандарыңызға назарларыңызға рахмет рахмет өкінішке орай ауа райының да күрт бұзылуына байланысты бүгін журналистердің келген қатары да азайып отыр екен кешірім сұраймыз сол үшін ал келесі сөз кезегі мадияр мырзаға беріледі мадияр мырза мархабат саламатсыз ба құрметті ақпарат құралдарының мүшелері осы келе жатқан отбасы күнімен барлықтарыңызды құттықтай отыра өз ақпаратымды сізде жеткізуге рұқсат етіңіздер жалпы 2018 жылдан бері ақпарат және қоғамдық даму министрлігі аясында жастар ісі және отбасы комитеті құрылды бұл ведомствоның құрылуы жалпы осы бағыттағы жалпы отбасы саясатының қазақстанда басымдылық бір саясат ретінде болуының бір себебі ретінде көріп отырмыз ол бұл Ө, жұмыс әрі қарай жалғасатын, ә, жалғасатын болады Ө, өз жолдауында қасым жомарт кемелұлы тоқаев осы екінші қыркүйек күні айтқан кезде жалпы осы отбасы институтын қолдау және балаларды қолдау мәселелерін ә, республиканың және жақын арадағы саясаттың басымды бір бөліктерінің бірі деп атап өткен сондықтан да бұл жұмысты әрі қарай біз ә, ә, жандандыратын боламыз В этом ключе я бы хотел рассказать о деятельности комитета по делам молодежи и семьи, какую работу ведем в данном направлении. Первое это мы определили основные направления деятельности, среди которых это методическое обеспечение института семьи, совершенствование нормативно-правовой базы, профилактика разводов и бытового насилия. В рамках второе в рамках грантового финансирования неправительственных организаций мы совместно с НПО реализуем 18 проектов на решение вышеуказанных задач. К сожалению, вот мы сейчас констатируем о высоком количестве разводов в данном направлении. По мнению экспертов, одной из основных проблем является то, что молодежь не готова создавать семью, брать на себя полноценную ответственность. В этих целях совместно с Союзом кризисных центров и Верховным судом в текущем году в 8 регионах открыто 12 центров ресурсной поддержки семьи при семейных судах БАХТОДБАСА. В данных центрах инициирующие развод бесплатно получают консультации психолога, юриста и социального работника. Разработана программа обучения специалистов с участием международных экспертов, тренеров и специалистов семейной медитации. Проводится работа с молодыми парами, планирующими создать семью. За три месяца их работы нам уже удалось в целом сохранить от разводов 250 пар, которые обращались, проходили через этот институт. Кроме того, разработаны методические пособия для того, тех, кто собирает создавать семью о основных моментах семейной жизни. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, одной из основных актуальных проблем, влияющих на положение семьи, является бытовое насилие. По итогам 7 месяцев 2019 года в семейной бытовой сфере было зарегистрировано около 500 правонарушений, около 350 уголовных правонарушений против семей и несовершеннолетних. Организация деятельности социальных служб в нескольких регионах страны для оказания различных услуг семьям с детьми, в первую очередь оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Здесь в рамках проекта УНИДЕ центром комплексной поддержки семьи семейной академии проводятся обучающие семинары, тренинги, вебинары для специалистов социальных служб, методические материалы, а также видеоролики. В целях информирования населения об оказываемых услугах в семейной демографической политике министерством совместно с грантополучателями начата работа по разработке мобильного приложения «Жануя». В сентябре месяце мы планируем презентовать версию информационного справочника, мобильного информационного справочника по вопросам семейной жизни. Для изучения положения семей во всех регионах проведены социологические исследования. И по итогам вот в конце года впервые у нас будет представлен национальный доклад ⁇ Казахстанская семья 2019 ⁇ который постарается раскрыть все аспекты ситуации в Казахстане вот именно в данном вопросе. И до конца текущего года Казахстанским институтом общественного развития Рухани Жангру планируется издание методических пособий по работе с агрессорами насилия, в том числе семейными дебаширами и лучшими практиками работы кризисных центров. К работе по укреплению семейных ценностей, нравственному воспитанию подрастающего поколения активно привлекаются неправительственные организации. Как только что было отмечено, Союз отцов активно ведет эту работу, Союз матерей и Совет Аксакалов уделяется большое внимание роли отцов в воспитании детей. Вот, как одни из таких крупных мероприятий, 13 сентября в Ахмолинской области пройдет четвертый форум отцов. Пользуясь случаем, приглашаю представителей средств массовой информации принять участие в данном мероприятии, которое состоится в Боровом. Кроме того, на системной основе министерством совместно с неправительственными организациями реализуется комплекс мероприятий по защите прав и интересов детей и молодежи. Здесь также с уполномоченным по делам детей ведется большая работа. Не оставлены без внимания вопросы, касающиеся положения населения и пожилого возраста. разрабатываются концептуальные подходы по поддержке пожилых людей. В данном направлении также комитетом будет организована работа. В третьем, как вы знаете, в Казахстане развитие семейной гендерной политики изложено в концепции семейной гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года. Утвержден указ президента 6 декабря 2016 года. В текущем году завершается первый этап реализации данной концепции. В настоящее время комитетом совместно с заинтересованными госорганами и НПО разрабатывается план мероприятий второго этапа концепции. В качестве индикаторов семейного благополучия в данном, в данной концепции будут предусмотрены основные параметры укрепления семейных ценностей, в том числе доля расторгнутых, доля расторгнутых браков коэффициент абортов на тысячу женщин репродуктивного здоровья, снижение зарегистрированных фактов бытового насилия в отношении женщин, снижение зарегистрированных фактов насилия в отношении детей. В заключение хотелось бы отметить, что работа по совершенствованию сферы семейной политики, законодательному, научному, методическому обеспечению будет продолжена во всех направлениях данной работы. Большое спасибо. Рахмет Мадиан Добрый день, уважаемые участники брифинга. Национальный конкурс «Мире лед басы» для наших граждан стал ежегодным традиционным событием, демонстрирующим образцовые семьи нашего общества с уникальными историями успехов, героическими подвигами, высокими достижениями труда, оказывающими поддержку нуждающимся и другим значимыми семейными ценностями. Конкурс, как вы знаете, проходит в три этапа. Это на районном уровне, региональном и национальном. То есть тем самым создается широкая возможность участия как сельских, так и городских жителей. Публичное объявление в начале конкурса размещается ежегодно в республиканских и региональных СМИ. 17 финалистов-победителей региональных конкурсов будут претендовать на звание лауреата национального конкурса БАСА. Более половины из них это многодетные трудовые семьи. Например, нашу столицу представляет семья поэтов. Глава семьи Серегзад Дусенгаза, Акын, Айтаскер в пятом поколении. Среди родственников много известных творческих личностей, таких как известный писатель Иргаза Рахимов, известный певец Саят Нургазин, Уразбек Махпал, известный литературовед, Турсунгаза Рахимов – это композитор, автор многих популярных песен. Супруги воспитывают троих детей – в городе Алматы номинантом на участие в национальном этапе конкурса стала семья Абдекалыковых. Леужан Абдекалыкович начал строить свою карьеру механиком в сельских кооперативах. Далее продолжил работать депутатом сельского совета и директором совхозов. За многолетний заслуженный труд был награжден медалью ветеран труда. На сегодняшний день супруги являются почетными гражданами Наврузбайского района, воспитывают 5 детей и 13 внуков. Город Шимкен представляет семья Сермонизовых. Супруги воспитывают пять девочек и одного мальчика. Активно участвуют в благотворительных акциях, оказывают помощь в ремонте социальных объектов, помогают одеждой, продуктами питания детям-сиротам и малообеспеченным семьям. Северо-Казахстанскую область представляет семья Ушаковых. Глава семьи Сергей Иванович является ветераном войны в Афганистане, Супруги имеют двух родных детей, и на патронатном воспитании у них двое девочек. Ушаковы вносят весомый вклад в правозащитную работу, проводимую в интересах детей. За плодотворную деятельность в данном направлении они удостоены благодарственных писем и почетных грамот Департамента по защите прав детей СКО. Каждая семья интересна и уникальна она по-своему. Главная ценность этих семей – это чувство патриотизма, Сохранение и передача из поколения в поколение духовных и нравственных ценностей, основанных на уважении и любви к старшим. Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллективов, семей, но ну и преданно служит Родине. Это все финалисты, отобранные решением комиссии по присуждению звания лауреата национального конкурса «Мерилиот Босе» путем голосования всех ее членов. Как мы видим, каждый имеет свою уникальную историю, доблестные достижения. Все участники трудятся на благо независимого Казахстана. Итоги конкурса определяются всенародным СМС и интернет-голосованием, которое началось 30 августа. Завтра, 6 сентября, последний день голосования. Просим всех, кто не успел, отдать свои голоса наиболее понравившейся вам семье, чтобы определить победителя финального этапа национального конкурса «Мир или отбасы» посредством голосования СМС. СМС-сообщение присылать на номер 6284, повторю, 6284, и на сайте Костюк Z. Нумерация на сайте присутствует. Нурсултан город под нумерацией 1, Алмата под нумерацией 2, ну и дальше уже в порядке алфавита.

ә, мәлім ол біздің қоғамның үлгілі отбасыларын көрсететін табыс пен батырлық еңбектің жоғары жетістіктері мұқтаждарға және басқа да маңызды отбасылық құндылықтарға қолдау көрсететін бірегей оқиғалардың бірі болып табылады ә, жалпы енді конкурс ә, ұлттық болып ә, президенттің жарлығымен бекітілген конкурстың ә, қағидалары үкіметтің қаулысымен бекітілген қағидаларда барлық ә, талаптары ә, ы тұр ә, жалпы осы конкурстың қорытындысы ретінде осы қазақстан орталық концерт залында гала концерт өтеді концертте ә, қазақстандық жұлдыздар қатысады айқын төлепберген толқын забирова сәкен майғазиев сияқты көптеген ә, жұлдыздарымыз осы ә, қатысады барлықтарыңызды осы неге концертке шақырамыз. рахмет сәбит мырза әріптестер қандай да бір сауалдарыңыз болаы ма егер де ешқандай сауалдарыңыз болмаса осымен бүгінгі баспасөз мәслихатын аяқтаймыз келесі кездескенше аман сау болыңыздар